Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляют шоу «Дети на льду. Звезды». 10 городов, 400 юных участников и только 2 победителя. Жюри предстоит сделать непростой выбор. Вместе мы станем свидетелями первых серьезных шагов, прыжков и вращений будущих чемпионов на нелегком пути к успеху. Увидим страсть и запредельную самоотдачу юных звезд, их большие и маленькие победы на каждом из этапов. Кому из них покорится лед, скоро увидим в шоу «Дети на льду. Звезды». 1 мая в 13:00 смотрите продолжение репортажа с кастинга шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».